На остановке Постышева в пятницу утром водитель Toyota Crown, собиравшийся заехать в салон сотовой связи за подарками, не справился с управлением и едва не протаранил этот самый павильон. Авария произошла в половине восьмого утра. В ранний час на остановке уже начали собираться пассажиры общественного транспорта. К счастью, никто из людей не пострадал. 31-летний водитель седана ехал со стороны площади имени Блюхера. В случившемся он винил себя и утренний снежок, который припорошил ледяную корку на дороге. По левому ряду дальнему ехал, по второму, то есть. Перестраивался в правый ряд. Дал газку, задох на скользкий. Снежок с утра выпал. У вас задний привод, да? Да, задний привод. Как бы полетела машина. Иномарка перескочила через бордюр, виртуозно поместившись между бетонными урнами и металлическим столбом, протаранила рекламный баннер. Опору уличного освещения седан задел вскользь, но и этого хватило, чтобы со столба, словно елочные игрушки, посыпались плафоны. Со стороны авария была больше похожа на съемки новогодней рекламы. Каскадер смело заезжает на тротуар и останавливается аккурат около магазина. Телефон захотел купить. К Новому году? Да, подарок кому-то сделал. Продавцов в павильоне еще не было, рабочий день в магазине должен был начаться только через полчаса. Похоже, потенциального клиента работники все же лишились. Деньги, на которые мужчина собирался купить подарки, теперь придется потратить на ремонт машины. Кроме того, хабаровчанин вынужден будет оплатить восстановление баннера и столба. ДТП всерьез испортило водителю предновогоднее настроение. За 9 лет, которые мужчина провел за рулем, он стал участником аварии впервые. С места происшествия Сергей Полуэктов, Анна Карпова и Александр Савчук.